Смоленске состоялось совещание работников железных дорог, объединение сельхозтехника и автомобильного транспорта. Его участники познакомились с новыми методами доставки минеральных удобрений. Удобрения доставляются на поля прямо с железной дороги. Разгрузка удобрений механизирована и производится на нескольких станциях, наиболее близких к месту доставки. Здесь построены специальные пути, а для доставки удобрений на поля сосредоточено необходимое количество машин. Участники совещания познакомились и с тем, как в совхозах и колхозах удобрения вносятся в почву. Новые передовые методы организации перевозок дают большой экономический эффект и помогут труженикам села в борьбе за дальнейшую интенсификацию сельскохозяйственного производства.